После очередного шторма мы обнаружили на пляже огромное бревно. А точнее, это был ствол большого дерева, без коры и веток. Большая половина лежала на пляже. Остальная часть свисала над морем, частично погрузившись в воду. Мы часто обследуем подарки, которые море выбрасывает во время шторма, и не смогли пройти мимо этого дерева. На дереве были обнаружены необычные ракушки на длинных щупальцах. Таких мы в Черногории еще не видели. Изучив интернет, оказалось, что к нам пожаловали гости из северной части Атлантического океана, ведь это ближайшее место обитания морских уточек. Морские уточки – это не моллюски, а ракообразные. Они живут на плавающих объектах в океане, будь то кусок дерева, пенопласта или днище корабля. Убедившись, что они съедобные, мы решили собрать несколько штук для того, чтобы их приготовить. Снять уточку с дерева практически невозможно, не повредив панцирь. Необходимо срезать ножом. Морские уточки являются деликатесом. Их употребляют как в сыром, так и в приготовленном виде. Срезав несколько уточек с дерева, мы отправились домой, чтобы их приготовить. Необходимо отварить уточек в соленой воде около минуты. В пищу употребляется содержимое ножки. Хоть наши ракообразные и были маленькими, нам все-таки удалось их попробовать. По вкусу напоминает мясо краба.